Привет всем! Вы на канале Просто Детки. И у нас продолжение обзора новой замечательной игрушки про говорящего Тома. Fun Fair. Аттракцион веселья. Здесь даже, видите, дают бонусы за ежедневный заход в игру, оказывается. В прошлый раз почему-то не дали. Но теперь игру будут постоянно доделывать, так что я думаю, те, кто будет играть в нее немного позже, скажем так, скорее всего, уже... будет, может быть, все по-другому. Но пока у нас 8 уровень. Какие у нас сегодня задания? Можем глянуть. Нам нужно очистить вот эти вот кусты, наверное, я так понимаю, да? И построить, восстановить вот эту палатку с шариками, как-то так. Начнем. 8 уровень. Нужно лопнуть 54 шарика. Ух, как много. Ладно, вот здесь можно... Можно. Наверное, сначала сделаю ракетку вот так. Даже две, ух ты. А теперь сделаю бомбочку. Или не стоит ее делать. Наверное, сделаю вот так. Эх, думал больше синих шариков сделать. Но мне хватит, в принципе, и столько. Вот такая большая бомба. Жалко, что нельзя ничего к ней подвести. Придется ее взрывать так вот. Почти бесславно, скажем так. Еще одна ракета. И сверху ракета, ух ты. Так, повторчик вот делаю вот так вот. И опять. Две ракеты. Бух. И снова ракеты. Так, у меня ходы вообще есть, а то я так расслабился. А за ходы вообще не думаю. Осталось всего 6 шариков лопнуть. Так, а может сделать что-то большое из зеленых фишек? Не получается. Ладно, и желтые здесь. Ничего себе. Как их совместить так, чтоб... А, все равно, хоть 3 совмещаешь, хоть 2... Они лопаются все равно как бы в одну сторону. Так что смысла нет 3 совмещать, толку от этого никакого. Так, а вот у меня здесь в углу вообще засада там. Никак туда не добраться. Как же туда? Ходы тают. А вот красных фишек вообще там нет. Срочно нужно. Теперь синих нет. А вот теперь красные есть. А мне они не нужны здесь. О, вот, наконец-то синие. Видите, не все так просто. То есть у меня оставалось там чуть ли не 10 ходов, а я не мог один шарик выбить. Первые сложности могли возникнуть. Но ничего, пока все удачно. И у нас... что у нас здесь, ключики? У нас энергия. Давайте... А, две нужно для того, чтобы восстановить эту палатку, скажем так, с шариками. Поэтому проходим еще один уровень. У нас что-то новое здесь. То есть не пузырики, не фишки, а уже шарики какие-то воздушные. Ну, правильно, мы что собирались восстановить палатку с воздушными шариками. Нам как раз их и дали. Эти шарики, в общем, нужно рядом с ними сделать блоки, взорвать, да? И тогда они убираются. В принципе, все понятно, все просто. Можно даже сделать вот так, смотрите. Такой большой-большой взрыв. Осталось всего лишь уже 14 штук. Я не думаю, что здесь будет что-то сложное. Тем более в обучающих уровнях, как бы обычно, делают все легко. Так вот, так, так. И, эх, не хватает. Вот здесь не получается сбоку. Ладно, я сделаю вот так. О, вот прикольно. Ха, класс. Для начала сделаю вот так. Но мне это все равно не поможет, да? О, а вот это вообще классно. Теперь точно я выиграю. Причем выиграю очень красиво. Да? Все фишки разбил на карте. Вот так вот. Еще куча бустеров. А за неиспользованные ходы нам тоже дали. Тух, 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 тух. Ура, Том, я тоже рад. Давай поскорее открывать эту палатку. О, нам
Две кувалды дали. Просто так или потому, что они у нас еще не были до этого? Так, ну что ж, давайте восстановим все-таки эту палатку. А, можем выбрать вот такую, вот такую и вот такую. Но это типа королевская, 200 стоит. А чем она отличается от вот такой? А, потому что здесь она на колесах, а здесь это обычная, да? Но дело в том, что я особо разницы не вижу, честно. Поэтому я беру обычную. А, можно еще посмотреть типа рекламу, да? А это бесплатная. Ох, как все сложно, слушайте. Да пускай будет обычная, это и все. Не хватало мне еще рекламу смотреть, чтобы поставить палатку. Если бы она действительно отличалась, как вот, допустим... Ладно, чуть позже. А, так, теперь нужно, в общем, призы нашим посетителям, которые будут выигрывать здесь. А, добро пожаловать. А, наши новые друзья. Это мы, типа, их будем встречать сейчас, да? А кто там придет у нас? А, о, так нас все друзья, смотрите, Анжела такая прикольная. А, Джинджер, да? Такой вообще необычный какой-то. А, это место, в общем, выглядит неплохо, да? А, добро пожаловать, мои друзья. А, великолепно, мы можем играть весь день. Это Анжела нам говорит. Так вот, вот это вот горки эти на входе. Тут имел смысл поставить такие вот красивые, потому что действительно они отличались. А вот эта палатка, это для шариков, особо не отличалась, поэтому я взял обычную. Так, следующее задание. Нужно как выложить призы, скажем так. А что вот это? Это можно сфотать? А, это получается наши как клиенты или посетители, да? Это Джулия, это Бэш, это Георгий. Ха, прикольно. Ладно. О, кстати, вот смотрите, начали уже играть. Джинджер кинул первый дротик. Так, 10 уровень. Итак, нам нужно здесь лопнуть 43 шарика. Вот сначала можно было бомбочку сделать. Да еще и с ракеткой. Отлично, люблю такие бустеры, когда они совмещаются вдвоем. Видите, что из этого выходит. Даже очень неплохая штука выходит. А единственное, что теперь как там внизу последний шарик выбить, я не знаю. Буду пробиваться со второй стороны, вот сюда вниз. Может там получится сделать какую-то, не знаю, ракетку вот типа такой. Ага, не так уж я и хотел прям. Вот еще одна ракетка. А стоит ли их совмещать? А зачем их было совмещать? Так, ладно. Вот так. Вот так. И вот так. Никак не доберусь вот, чтобы ту ракету вниз опустить. Что ж такое? О, тоже не такая. Да что ж ты поделаешь? Ладно. Сделаю вот так, уберу один шарик. И вот так, все, отлично, наконец-то. Эту кучу ходов потратил. А всегда почти все шарики легко выбить, а вот потом по самые последние тяжело до них добраться, вот как в первом уровне сегодня было. Так, полученная энергия, нам как раз одна и нужна. Так, давайте все-таки призы. Я не знаю, как... Покажем там или купим. А, вот рядом стеллаж с призами, я понял, сразу просто не догадался. Так, вот такой может быть, вот такой и вот такой. Ну вот опять, премиальные призы и вот такие. Вот скажите, что они прям сильно отличаются, да? Я думаю, не сильно. Пускай будут такие обычные. Когда будет что-то очень красивое премиальное, я буду покупать премиальное. А когда обычное, то как бы смысл, да? А, вот мне все-таки предлагают за рекламу какой-то приз. Давайте посмотрим, что же здесь дают за призы. Так, смотрим, смотрим, смотрим. 30 монеток. Нормально. А считаю, что один уровень прошел, да? Отдали 30 монеток. Так, дальше нам нужно всего лишь убрать вот эти кусты. Ладно. Сейчас организуем. 36 шариков.
Не так уж и много. Но вот теперь тяжело будет как-то добраться вон туда вверх, вы ж видите? А, они вниз падают, все. Так это уже тогда проще. А, посмотрим, посмотрим. Как у нас это получится? Вот там ракету уже можно сделать, да еще и такую вот интересную. А, наверное, я все-таки сделаю. Я все-таки не так хотел. Ладно, пускай будет так уже. Лишний ход, считай, потратил. Еще ракета. И снова ракета. И опять, наверное, лишняя будет. Нет, не лишняя. Вот так много шариков я сразу лопнул. Осталось всего лишь 7. 5. Так, а вот до тех троих... А, вот до одного можно добраться. До второго. Ух ты, сколько там всего. Ладно, не буду делать. Сделаю вот так. Зачем усложнять? Нужно поскорее проходить уровни. Получать больше энергии. И быстрее восстанавливать нашу эту ярмарку развлечений. У меня уже почти 1000 монеток. В таких играх я всегда стараюсь накопить как можно больше монеток. А, о, кстати, видите, можно еще раз рекламу посмотреть, да? Я так подозреваю, что тоже 30 монеток. Но это, в принципе, неплохо, да? Вот, то есть посмотрел пару раз рекламу. Кстати, что, опять можно смотреть? Да, ага, даже бустеры дают за рекламу. То есть, если называется, не получается пройти какой-то уровень, а можно спокойно посмотреть там раз 5 рекламу, там бустеров собрать монеток и продолжить выполнять миссии, да? Уже с усилениями, скажем так. Но у нас пока одна энергия есть, нам это не нужно. Что там мы сделали? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это, в общем, проблема, да? А, нужно теперь переделывать все. Нужно вот такой вот указатель. А, ну, в общем, новый сделать, да? А для этого проходим еще один уровень. Тут уже и шарики, и пузырики у нас. Ох ты. Прикольно сделано, слушайте. Да, мельница, я знаю, что это такое. Вы нам уже объясняли. А, то есть пузырьки мы сразу же все выбили, да? А смысл было делать такое задание. А, ну, опять же. Для разнообразия, да? Ракетку сделал. Еще одну ракетку. А, прелесть какая. Можно и так вот делать, и как угодно можно делать. Когда все получается... Вот так вот. Ай. Опять я лишнее сделал. Нет, не лишнее. Этим ходом я все-таки прошел уровень. Так, неожиданно, просто. Ой, спасите, помогите. Вот это проглючило. Так, ладно. О, бульдозер, прикольно. А, в общем, он, наверное, целый ряд будет забирать с карты. Целый ряд фишек. А, ну до бульдозера мы пока еще не добрались. А, давайте восстановим вот эту вот табличку. Правда, не знаю, что она значит, если честно. А, про детки, посмотрите. А, но что там разрушено тоже? В общем, вот эта вот лошадка, которая ездит по кругу, аттракцион с лошадками, он разрушен. А, и нам нужно его восстановить. Пройдем еще один уровень, потом посмотрим, сколько энергии нужно на его восстановление. Так, 28 на 28. Бульдозер, ух ты. А как нам убрать целый ряд? Хочу. А, я хотел вертикальный ряд убрать. Может, следующий бустер будет вертикальный ряд убирать? Посмотрим. Пока у нас другие задания, скажем так. А, ходов целая куча. Просто преогромнейшая. Надеюсь, хватит. О, бомбочка. Можно даже сделать вертушку такую. Хотя зачем, я не знаю. О, вот я знаю уже зачем. Смотрите, ха, класс. Ну, конечно, еще... Уровень не пройден, но уже почти.
Так, ой, не такая же ракета, я хотел другую ракету. Ну вот опять теперь. Вроде как все получалось, а потом в конце вот такие сложности. Видите, все вообще, все в разброс вот эти фишки. А может с другой стороны попробовать сделать какую-то ракету? А, опять не такая ракета, да что ж такое? И тоже не такая. Ха. Ну, зачем такие сложности создавать? Ох ты, 7 ходов. Вот, вот-вот-вот, смотрите как получится. Вот, получится убрать последний шарик, а с ним целая проблема возникла. Но все-таки я с ней справился. Вот и здорово. А сейчас бустеры взрывались без люков, и это радует. Так, смотрим наше задание. Нам нужно... Ага, все-таки две энергии. Я почему-то так и думал. Ну, давайте еще один уровень пройдем. Ого, 44 пузырика, 44 шарика. Это... Так, ну что ж, посмотрим, как у меня получится. Работы очень много. Всего 88, скажем так, фишек нужно убрать. А вот видите, вообще ничего не выходит. Вот. Не было хода, поэтому перемешали мне фишки. Это плохо. Вот в самом начале уже нет хода. Что же будет дальше? О, вот дальше будет бомбочка. Прикольно. Мне бы, конечно, с чем-то совместить. Но некогда мне ждать, пока с моря погода будет, скажем так. О, вот. А это уже хорошо. Смотрите-ка. Это очень хорошо. Вот такого шанса я ждал. Так, снизу разобрался, теперь вот по центру и сверху тоже нужно, да? Так. И вот так. Ух ты, класс. Класс, 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 вертушка, у меня всего лишь 6 пузыриков, и, кстати, из них 3 на этом синеньком фоне. Вот так я сейчас 3 выбил, вот еще один пузырик, еще один, и еще один, отлично. Я тут несколько раз проиграл, скажем так, вот сейчас только получилось пройти этот уровень, причем получилось хорошо пройти. А сыграл свою роль... Вот тут бустер, ракетка с бомбочкой, которую я вначале запустил. Если б не это, то... Я б... Не выиграл. Так, ну что ж, у нас есть энергия необходимая. Давайте... восстанавливаем карусель. Хорошая работа про детки, да? Это, в общем, была большая сложная работа. Но нам нужна помощь. Нам нужен Бен. И здесь, чтобы установить, наверное, этот аттракцион. Поэтому нам нужно Бену позвонить. Так, ну... Будем мы Бену звонить все-таки, наверное, уже завтра, скорее всего. То есть я как бы... Пока эту игру буду записывать каждый день, если будет у меня все получаться. А по 7 уровней за раз. Поэтому, если вам интересно продолжение, то не забывайте... подписываться для того, чтобы не пропускать наши новинки. Пока-пока, до новых встреч, оставайтесь с нами.